И, друзья, всем привет, я нахожусь на основном аккаунте и у меня уже 5000 кубков. Совсем недавно я сливался до 3000, чтобы выполнить челлендж, играть колодами своих соперников и каждый бой менять деку, каждый поединок брать колоду своего соперника. Это очень было интересно, с 3 до 4000 вообще на изи было, с 4 до 5000 у меня было, по-моему, 4 поражения, по абсолютно разным причинам. В общем, это не важно, но у меня не было цели подняться без поражений, у меня была цель просто пофаниться. И у меня это получилось сделать, и вам понравилось, и мне было прикольно. Прикольно. Потратили мы на это 3 дня, 3 стрима. Я вообще рассчитывал, что за один стрим подниму, но это по времени очень затратно. Каждый стрим у нас был по 2,5 часа. В общем, если бы это за один стрим я делал, то мне бы надо было стримить где-то около 8 часов. К этому я не был готов, как-то не подрасчитал. Но, тем не менее, мы уже на 5к кубков. Сейчас я верну 5200 вот буквально сегодня. И на стриме продолжим апать 5500. После этого останется лига 5800 и потом 6100. Короче, до конца сезона у нас еще времени нормально, 2 недели. Поэтому подписывайся, нажимай на колокольчик, потому что стримы будут ежедневно практически. И мы будем поднимать трофеи. Вот этот нелегкий путь я преодолею вместе с вами. Так что подписывайся обязательно и приходи на мои стримы. Вот недавно я взял колоду своего соперника и, в принципе, на этой деке остановился. Мой любимый голем с молнией, правда. Ну, ничего страшного. Поехали в бой поднимать дальше трофеи. Поехали. Оу, щет. Как же я не угадал со стороной. Так, предикт. Фу, так неинтересно, а чё ты ничего не выбросил, мини-пеку не контришь. Так, мортира. С мортирой на самом деле, ребята, некоторые игроки еще, блин, поднимают топ-200, да и в топ мира сидят спокойно вообще. У меня есть знакомый, который сейчас сидит с мортирой в топ-200. Хотели бы вы, чтобы я записал видос, как он поднялся, и показать его онлайн-катки против топов? Если да, напишите в комментариях. Вот. Опача. Так, ну тут торнадо. Используем торнадо. Вообще мортирую, я спокойно выигрываю с големом. Никаких трудностей у меня нет. Вот, но конкретно этой связкой я еще не играл. Тут молния, как бы не знаю, как она получится, но думаю, нормально. Просто я играю с Пойзеном, либо с фаерболом. Не, с фаерболом, с големом редко играю. Ну, короче, с Пойзеном проще. С Пойзеном проще, потому что, ну, банду гоблинов, там, разбойников очень легко контрить именно Пойзеном. Но никак не молнией. Мини-пека. Так, ладненько. Наша цель это сейчас до двойного эликсира дожить, а дальше будем тащить. Вот, еще хотел спросить у вас, вот, у меня как бы были поражения, да? Интересно было бы вам посмотреть, как я буду снова, ну, подобный челлендж выполнять. Возможно, немножко с другой идеей, не колодами соперников, а какой-то одной колоды, которую, к примеру, выберете вы, да? Ну, это как пример, вот. И подняться без поражений. Опять же, если хотите, ставьте много лайков. Наберем много лайков, я увижу, что эта идея вам понравилась. Ну, естественно, повторю это, но, скорее всего, уже в следующем сезоне. Так, ну давай. Ну, выбрасывай что-нибудь. Отлично, попали по его разбойнику. Уничтожаем этих и тех. Так, эти должны и те сдохнуть. Ну, я думаю, вы понимаете, про кого я говорю. Так, ну все, в принципе, сейчас изи тащим. Смотрите, тут мегаминьон, здесь мини-пека, здесь дракошка. Так, мегаминьон, далеко не уходи, да, там надо тебе будет вот так вот сделать. Все, минус мортира, наверное. Минус мортира, я сказал, так. Здесь молния. Големом уже добивать не буду. Буду добивать чисто молнией и бревном. Потому что, ну, и я, скорее всего, эту вышку теряю. И соперник, скорее всего, эту вышку теряет. Вот. Так. Ну, я тут мегамуху выкину. Тут мини-пеку, наверное, блин. Так, мне же надо тоже как бы добить вышку еще. Вот, блин, приходится целую молнию тратить. О май гад! Жесть! Было в конце как-то немножко потненько. Плюс 30 трофеев. Найс. Сразу идем в следующую каточку. Блин, вот как-то офигеть просто. Фух, было сложно. Но опять же, я с молнией не привык. Она 6 эликсира стоит. Опять что ли? Да че вы, блин, этими шахтерами, мортирами играете? Неужели это интересно? Хотя у каждого свой интерес к игре. Просто я вот больше люблю пуш-колоды. Там с гигантом. С големом, с лавой что-то не получается вообще, хотя лава тоже как-то, знаете, ну вот лава, шар вроде по сути не должно быть сложно, да, как с хогом там и тем же спеллбайтом, но с лавой что-то не заходит. Блин, уже опять второй шахтер, да лол. Ладно, здесь используем торнадо. Так,
Ну, это, да, такой быстрый хок. Сейчас осталось определить, что там, Тесла, не Тесла. Ну, в принципе, без разницы, молния есть. Окей. Не знаю, использовать молнию? Не, ну, чисто на печку использовать молнию глупо. Если бы он какого-то еще там танчика выкинул. Там, рыцаря, например. Так. 50 секунд еще до двойного. Я, наверное, солью мини-пеку. Голема ставить боюсь пока что. Сливаем мини-пеку. Молнию тратить не буду. Сейчас летучие мышки будут. Смотрите, оп, а нет, гоблины. Гоблины. Так, тут у нас этот, как ее, ведьма. Так, ну все, в принципе, 38 секунд. Сейчас уже самое время ставить голема. Печку мы уничтожили. Летучих мышей тоже разобрали. Я думаю, что можно будет... Не, молнию не будем использовать. Не будем молнию мы использовать. Ставим голема. 25 секунд до двойного эликсира. Нам бы рыцаря убить. Рыцаря бы убить. Да, почти убили рыцаря. Пуш этот, вышка справится с ним. Ну все, я думаю, что сейчас мы просто на изи заберем. Значит, наша цель сейчас молнию, грамотно использовать молнию. Ну, то есть, чтобы КПД у нее был высокий. Ну, вот, к примеру, сейчас он что-то еще выкинет. А хотя он рыцаря слил, у него больше нету никаких таких юнитов. Ну, тогда молнию пока не тратим. Он сливает poison, отлично. Значит, мы больше пока ничего не подкидываем. Хотя, почему бы и нет, мини-пека пошел. Торнадо. Используем торнадо. Шикарно, смотрите, что происходит. Вы просто, вы наблюдаете за этим всем? Вы посмотрите, опа. Все, до свидания, на изи. Просто вовремя подкинул мини-пеку, да? Вот. Мне кажется, он зря слил яд. Ну все. Это, ребята, GG. Так, ну давайте сольем мини-пеку, чтобы она немножечко втанковала на себя урон. Ну и, в принципе, это победа. Изи. Пока что изи. Потому что, ну, 5к кубка, у меня фулл прокачка, вот. Ну давайте последнюю каточку по традиции, 3 онлайн-катки. Ребят, если вам нравятся мои онлайн-катки, что происходит, погодите, я еще не выиграл, а уже прощаюсь. Так, блин, я что-то думал, уже все, конец поединка. Если вам нравятся мои онлайн-катки, вам не хватает их на видосах, welcome на мой стрим, потому что там я играю гораздо больше и разными колодами. И я знаю, что большинство моих зрителей не попадает на стримы, ну потому что, может, неудобный график, я их поздно провожу. Вот, ну, возможно, буду стараться их делать раньше, чтобы... Ну, в основном их делаю вечером. Мое любимое время это 9-10 вечера. Но я понимаю, что для большинства это, ну, позднее время, так как сейчас учеба, у кого-то работа, ну, неважно. Вот. Буду стараться их там 8-7 вечера запускать, поэтому... Самое главное это на колокольчик. Вот нажмите все, кто сейчас смотрит видос, нажмите все на колокольчик. Это очень важно, потому что... С Ютубом вы знаете, как много историй и багов, и, короче, все, я, короче, помолчи, холдик, давайте затащим. Тихо, сейчас просто очень важно, ребята, здесь против нас сейчас играет Хок с фризом, а это очень важно, и, по-моему, там даже ракета, да, это ракета, фриз, скорее всего. Ладно, сейчас посмотрим. Так. Ну, в принципе, фриз нам не страшен. Нам ракета неприятна. Фриз не страшен. Так, дракончик. Пожалуйста, мини-пеку уничтожьте. Уничтожьте мини-пеку, самое главное. Фух. Фриз нам не страшен, потому что у нас есть торнадо. Можно использовать, смотрите как. Оп. И все. И урон по вышке, да, и как бы все классно. Сейчас он готовится 100%, ребята, атаку с фризом. Потому что, ну, я дохера эликсира потратил. Но у меня есть бревно. Немножечко криво, но да ладно. Так, фриз. А нет, не фриз. Так, здесь... ну, фриз должен быть. 100% должен быть фриз. Нет? Да ладно. Ну, я тогда выиграю. Я просто его цель, вот, меня подловить до двойного элика там и как можно больше нанести урона. Если он не справляется с этим до двойного эликсира, то на двойном эликсире ему просто не дам это сделать. У него просто шансов нет. Ну, давайте дракона. Так, все, двойной эликсир. Давай, начинай. Сливай мини-пеку. Я сделаю вот так вот. Вообще на изи. Так. Здесь ночная ведьма, мини-пека. Ну, то есть, понимаете, даже если он использует сейчас заморозку, да я просто вот так вот сделаю и все. Но я, по-моему, вау. Кстати, я не рассчитывал, что Хок вернется к вышке. Лол.
Ай-яй-яй. Вот это я немножечко переоценил себя. Так, окей. Блин, нахера, нахера я голема? Не, наверное, надо, надо, надо голема. Так, пошел второй хок. Так, ребятки, а тут уже напряжно, смотрите. Хорошо. Но я не знаю, есть ему чем добивать или нет. Так, ну тут, естественно, молния. Прям стопудово вообще. Так, здесь давайте дракон. Да, ракета, ракета у него. Я понял, окей. Так, ну мы же добьем. Мы же добьем 190 хп. Должны, должны, добиваем. Найс. Фух. Так, здесь давайте используем... Фак, вот это интересно, вот это реально интересно, потому что сложно. Так, хорошо, здесь голема вперед сразу ставим. Сразу ставим голема вперед. Но у меня дека более выигрышна, чем его, да? Ну, я думаю, понятно, по каким причинам. Мини-пеку не сливает наш соперник. А, вот и мини-пека. Здесь используем вот такую вот телегу. Так, все отлично. Все хорошо. Здесь так. Надо так юнитов разбрасывать, чтобы он фризом не смог накрыть. Ну, вы понимаете, да? Так. Здесь мини-пека. Так, смотрим, 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 что он использует ракету. Хорошо. Удачки. Так. Здесь используем, ребятки, мы... Опа, он фриз! Фриз заюзал. Все. Это смерть. Он не вытащит сейчас мою атаку. Он понимает это. Он меня даже похвалил заранее, потому что он понимает, что все, ему габелла. Ну да, это все, это смерть. Смотрите. Хогушку я просто сюда так вот, смотрите, переманю. Оп, и все. Так, все, голем дошел к вышке, он взорвется, там я уже молнии добью 100%. Ну, моя колода сильней, однозначно. У меня торнадо, у меня, ну, у меня много контры для него. Но у него дека тоже прикольная, он меня подловил в конце, вы видели, да? Фух, классно, блин, я так люблю играть на своем основном аккаунте, мне так нравится. Короче, приходите на стримы, я не знаю, сегодня Brawl Stars или Clash Royale, я еще думаю. Вот, если наберем на ролике больше, чем 5000 лайков, то будет стрим по роялю. Если меньше, то по Brawl Stars, вот, наверное, так. Ну, посмотрим, я еще подумаю. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и ждите мои новые выпуски, они будут вот-вот совсем скоро. До новых встреч, друзья, скоро увидимся, пока.